В Южноуральском государственном университете состоялась встреча иностранных обучающихся, представителей образовательных организаций высшего образования, расположенных на территории Челябинской области, и диаспор с представителями Главного управления по вопросам миграции МВД России по Челябинской области. Мероприятие дает студентам получить важную информацию из первых уст. Данное мероприятие проводится ежегодно для вновь прибывших иностранных студентов, и благодаря площадке ЮРУГУ предоставленной, да, мы можем это провести и онлайн, и офлайн режим. То есть иностранные студенты могут задать вопросы, получить нужную для них информацию, которую мы рассказываем об изменениях в миграционном законодательстве, необходимую для них информацию об оформлении разрешительных документов для пребывания на территории России, об ответственности за нарушение миграционного законодательства, то есть ответить на их вопросы. На круглом столе иностранным обучающимся рассказали, какие документы требуются для получения разрешения на временное проживание, а также о получении гражданства в Российской Федерации. Когда иностранный студент приезжает в Россию, он, конечно же, может потеряться в первое время, потому что все очень новое, все необычное, еще и требуется много каких-то документов оформить. Не все справляются с этим самостоятельно. Для этого мы для них работаем, мы как Управление международного сотрудничества. Ахметова Халавани, студент ЮРГУ из Египта, получает уже второе высшее образование в нашем университете. По его словам, он старается всегда посещать мероприятия, организованные для иностранных студентов, потому что так узнает о новых изменениях в законодательстве. ЮРГУ, потому что там они относятся к иностранцам очень хорошо, и здесь можно получить хорошее образование, хороший диплом. Я хотел сначала поступил на РВБ, ВНЖ и подавал на экзамен носитель русского языка. Меня одобрили и я подавал документ недавно на гражданство. И сегодня я узнал, что у меня решение готово. Ежегодное мероприятие проводится в формате онлайн и офлайн. Участниками круглого стола стали не только иностранные студенты ЮРГУ, но и других вузов города.